Небольшой, но гулять по нему можно очень долго. Улочки маленькие, но очень красивые и живописные. Мы даже не хотели с собой брать камеру и не взяли ее. И напрасно. Потому что такая красота, которую мы увидели, прям просится для того, чтобы ее снять, как-то зафиксировать. И, конечно, даже небольшое слайд-шоу не сможет заменить впечатление, которое получаешь тогда, когда на самом деле ходишь по этим улочкам. Но все-таки приобщите силы. И еще здесь нормальные рыбные блюда.